Всередині спекотного липня, здається, метеликами вже не здивуєш нікого. А тим більше людей, які щодня мають справу з творчістю. Але не в тому випадку, коли мова йде про дизайнерську комаху, що, накружлявшись, присіла на бетонну стіну і стала яскравим акцентом. Ось такий вигляд має творча колаборація меблевої студії «Донна» та майстерні «Декор Кузнецов». Появилась идея еще до Миланской выставки создать такие вот декоративные панели, которые будут выполнять какую-то функцию. И вот были придуманы вот такие вот, назвали мы их барбалеты, то есть это бабочки. Співавтори проекту зізнаються, на все у них зайняло півроку. Втілити в реальність футуристичні образи допомогли натуральні тканини та ультрамодна латунь, а технічну начинку знайшли в Італії. Наполнение там действительно специальное, это акустический пенополиуретан, который ловит, глушит и дает акустический эффект. То есть эти панели могут быть как шумоизоляционные в интерьере, так и если, конечно же, мы ими обошьем целое помещение, да, и нужно достичь акустического эффекта, то с помощью этих панелей можно это сделать. Я думаю, что это все-таки, наверное, не для звукоманов, а это все-таки декоративная панель, которая выполняет свою функцию, может выполнять свою функцию в любом помещении, в любой квартире, любого, скажем так, габарита, если есть пустая стена. Как раньше, допустим, вешали ковер на стену, и он тоже отражал звук и глушил эхо, да, в помещении. Ну, также эти панели, ну это просто как и декор. Одне з завдань предметного дизайну – викликати емоцію. І це у авторів презентації вийшло. Саме так резюмують враження від акустичних метеликів від «Декор Кузнецов» і «Донни» ті, хто побачив їх першими. Они могут с чего-то простого и утилитарного сделать какую-то такую вещь, которая будет яркая, позитивная, неординарная. Ну вот такой чистый образец современного искусства. Это интересная идея, это интересная задумка. Всегда компания «Донна» отличалась тем, что они могут экспериментировать, тем, что они готовы экспериментировать, они готовы к новинкам, они готовы идти дальше, они готовы изучать рынок, тенденции, исследовать задумкам архитекторов и дизайнеров. Чи можна привчити досить консервативного українського замовника до таких авангардних речей? Дизайнери оптимістично констатують – можна. Не масово і одразу, але поволі і впевнено. Якщо заказчик ему это нужно, и он это понимает, то не проблема это сделать. Очень хорошо, что эти панели так оперативно добрались из Милана в Днепр, в Украину, потому что обычно миланские тренды переезжают в Украину там, в течение нескольких лет. Всегда очень нравится работа, что Донны, что Валерия Кузнецова. Особенно очень классно, что вот они сделали в таком тандеме очень интересную штуку, которая уже выходит на более другой уровень, вот, больше на европейский уровень. Які панелі – тренд останніх міланських виставок? Вони і декоративні, і практичні. І їх, до речі, останнім часом так облюбували клієнти компанії «Донна», що було вирішено запустити цілу їх лінійку. Що ж, український предметний дизайн зробив ще один впевнений крок уперед. І ще приємніше, що креативні авторські форми та задуми у якісній оправі народжено у Дніпрі. Завітайте і ви у студію «Донна» на вулиці Європейській, 30.